Всем привет! Сегодня печальные новости пришли из Санкт-Петербурга. Звезда экрана и театральной сцены борется за жизнь в реанимации. Актриса Инна Чурикова, которая получила серьезные травмы еще в июле, до сих пор не оправилась, а сегодня ее состояние ухудшилось. Напомним, прямо во время спектакля Чурикова оступилась и упала со сцены линкома. Сразу после происшествия женщину госпитализировали в Боткинскую больницу. Там Чурикова, по словам своего менеджера, провела больше нескольких недель в реанимации, а затем была переведена в обычную палату. После этого ее выписали домой. В ближайшем окружении актрисы поделились актуальной информацией о состоянии Инны Чуриковой. Актриса была прикована к постели и вынуждена соблюдать все время постельный режим. Она до сих пор не оправилась. Также, отметил информатор, неподвижную женщину сегодня в срочном порядке госпитализировали. Травма головы, которую актриса получила при падении, видимо, усугубилась и появились серьезные последствия. Шансов, что Чурикова вернется на сцену, уже нет. Теперь поклонники молятся за ее жизнь. Одна из очевидец падения рассказала о том, как все произошло. Инна даже ничего не успела сообразить. Именно так рассказала женщина. Сразу же к пострадавшей кинулись зрители, которые подняли актрису и проводили ее за кулисы. Там передали врачам. Пожелаем знаменитой актрисе выздоровления. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!